19 марта 2018 года в центре города проходит выставка снегоочистительной техники. Также показываются инновационные технологии по очистке снега. То есть машины идут днем по встречному движению, навстречу движению автомобилей. Ну вот такая вот ситуация. Повторяю, 19 марта 2018 года, сейчас на часах 10 часов 25 минут. Вот пошли машины против движения. Это новая технология, кто-то ее разработал специально. Наверное, так намного удобнее. Но все сделано для того, чтобы полтавчане наверняка знали, что снег убирается 19 марта 2018 года. Всем хорошего настроения!